22 ноября с 10 до 14 часов в Одинцовской библиотеке номер 1 пройдет очередное занятие программы «Школа первой помощи детям». Аттестованные инструкторы организации «Мария Мама», а также специалисты Российского союза спасателей и Всероссийского студенческого корпуса спасателей расскажут родителям, как необходимо действовать в случае ЧП с участием детей до приезда скорой помощи, а также напомнят о правилах безопасности во время зимних прогулок.